Всем привет, меня зовут Марина, и вы на канале Цветочная Фея. К сожалению, 8 марта уже прошло, и я забыла поздравить свою прекрасную половину подписчиц, девочки, с прошедшим вас 8 марта. Было очень много заказов, и я даже не смогла снять видео, хотя планировала перед 8 марта сделать вот это вот именно видео. Даже влоговое видео не успела сделать. Я буду сейчас делать такой маленький букетик в конусе розочка, который очень пользовался большой популярностью на 8 марта, потому что стоил он недорого и подарить было приятно. Особенно это на корпоративы брали в организациях. Вот я подготовила 5 таких розочек. Вот у меня такая малиновая розочка красивая. Персиковая розочка, но она так с переходящим, плавно переходящим в абрикосовый цвет. Здесь у меня такая вот зеленая с белым отливом. Здесь у меня желтая с персиковым отливом. А здесь вот такая вот яблочно-зеленая розочка. Вот такие вот необычные цвета я сделала. Вот такие вот веточки тоже продаются в магазинах для маловаров. А вот этот чашелистник продается отдельно. Вот он. Он вставляется на эту палочку. А сама палочка вставляется в розу. И также нам понадобится вот такие вот конусы. Выглядят они вот таким вот образом. Здесь пластик тонкий и ленточками. Здесь вот так вот перевязывается в виде бантика. Это китайский вариант. Потом я уже его купила, потом появился наш отечественный вариант, когда вот эта часть, верхушечка, закрыта полностью. Он даже лучше. Но поскольку у меня этот вариант, буду делать с этим вариантом. Итак, здесь ничего сложного нет. Мы берем вот эту нашу палочку искусственно с листочками и вставляем розу. Потом вот этот вот чашелистник максимально поближе придвигаем к розе. И теперь просто берем вот эту нашу коробочку и вставляем аккуратно . Если пластик задел цветок, его можно протереть. Таким образом наша розочка выглядит уже в упаковке. И чтобы это дальше не двигалось, фиксируем бантиком. Вот такой вот у нас итог. Смотрится интересно, подарить приятно, держать очень удобно, роза защищена. И вот такая упаковка имеет разные цвета. У меня было несколько цветов, но остался последний нейтральный белый цвет. И сейчас мы проделаем то же самое с остальными. И посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Розы выглядят как натуральные, как живые, как из цветочного магазина упаковка.
приятный сувенир коллеги, особенно на 8 марта, даже на день рождения можно такой вот небольшой презентик из такого красивого мыла сделать. Это наиболее реалистичная модель, есть еще более реалистичная у меня модель, но именно для этой упаковки по размеру подходит вот эта форма, и я выбрала вот такие вот красивые цвета. Смотрится очень красиво, ярко и действительно по-праздничному. Еще раз поздравлю с прошедшим 8 марта всех девчонок моих. И извиняюсь, что не сняла видео, не выложила, но просто очень действительно было много работы. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Пусть оно небольшое, пусть идея, скажем так, не прям открыла Америку, но все равно получилось креативно и интересно. До новых встреч, ставьте лайки и всем пока-пока!